Давай сейчас мы открываем книгу Исход, глава 12, стих 1. У нас есть первый вопрос, а я еще отвечаю первый вопрос. Я повторяю этот вопрос сейчас. Я сейчас повторяю этот вопрос. Что такое праздник Пасхи? Какая история? История стоит за этим. Книга Исход, глава 12, стих 1. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря. Еще раз. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря. Месяц сей, да будет у вас началом месяцев. В этом месяце. Будет у вас началом месяцев. Будет первый месяц. Раньше мы читали, что это праздник будет в первом месяце. Первый месяц в году. Еще раз. Исход, глава 12, стих 2. Месяц, сей да будет у вас начало месяца. Первым да будет он у вас между месяцами. Значит что? Может быть, это неправильно. Это значит, этот месяц будет первый месяц в году. У нас сколько месяцев? 12 месяцев у нас в году. Или в году. Но первый месяц где-то в весной, марта, между марта и апрель, будет для вас первый месяц. А в этом первый месяц мы должны отмечать его праздник Пасха. Его праздник Пасха, как он сказал, не христианский Пасха. Христианский Пасха это очень, очень ложный. Это плохо. Христианский Пасха неправильно, не от Библии. Еще раз. Христианский Пасха это не от Библии. Это от человека, не от Бога. Не от нашего Бога. Еще раз. Месяц сей да будет у вас начало месяца. Это будет первый месяц года для вас. Еще раз. Это будет первый месяц года для вас. Дальше. Извиняюсь. Как мы узнаем этот месяц? Я уже сказал раньше. Это называют месяц Авив. Мы посмотрим сейчас, если это ответ, это от меня или от Бога. Сейчас открывайте следующая глава. Это книга Исход, глава 13. Глава 13, стих 1. И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, значит, что первый сын у тебя или у вас. Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мой, они все мои. Дальше. И сказал Моисей народу. Помните сей день, еще раз. Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства. Ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоли. И не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. Еще раз. Сегодня выходите вы в
permanece-se a viver. Permanece-se. Для нас это месяц Авив. Это называет Авив. Авив. Сделайте, еще раз, сделайте ваши определения об этот месяц. Это первый месяц в году. Это всегда весной, между марта, конец марта апрель. Это всегда между марта и апрель, весной. Это Новый год. Это наш Бог Новый год. Не январь. Январь – это от римских людей. Это от греческих людей, не от Бога. Давай обратно. Книга Исход, глава 12, стих 2. Месяц сей да будет у вас начало месяца. Это будет первый месяц года для вас. Стих 3. Скажите всему обществу израильтян. В десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Заберите агнец все семьи израильтян. Для вас, для этого праздник. Дальше. Стих 5. Агнец у вас должен быть без порока. Мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. Или от коз, или козел. Дальше. И пусть он хранится у вас до четвертого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрания общества израильского вечером. Израильского вечером. И пусть возьмут от крови его. Нет, это не для вас сегодня. Стих 7, это не для вас сегодня. Но это есть священное определение. Это есть священное определение, но это не для вас сегодня. Сегодня это просто только для Пасхи Господней. Стих 8. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченной на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Еще раз. С пресным хлебом. С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Вы должны кушать это мясо от козел или агнец с опресники или, как сказать здесь, с пресным хлебом и тоже с горькими травами. И тоже с горькими травами. Знаешь что? В этом празднике, это первый день Пасха Господня, должны кушать трех вещей. Первый. Это мясо от коз или от агнец. А второй. Второй – это опресники. А третий – это горькая трава. Вместе вы должны кушать эти все в первый день. Дальше, стих 9. Не ешьте от него ни до пещенного или сваренного в воде. Но ешьте, еще раз, но ешьте испеченной на огне голову с ногами и внутренностями. Голову с ногами и
внутренние остями. Что это значит? Вы должны, еще раз, как сказать здесь, есть от него недопечного или сваренного в воде. Вы не можете кушать эти все мясо так. Нет. Но вы должны сделать что? Но ешьте испеченной на огне. Должны это испеченной на огне. Не просто готовить, нет. На огне должны готовить это. Дальше. Стих 10. Не оставляйте от него до утра. Помните, что раньше сказал это от вечером. В стих 6. Вечером. Начнем кушать это. Начнем это праздник. А здесь Бог сказал, что стих 10. Не оставляйте от него до утра. Значит, что не оставляйте это, эти мясо. Эти мясо до утра. Надо кушать все это вечером, перед утром. Надо кушать все, но если у вас есть еще мясо до утра, должно сделать что? Стих 10. Не оставляйте его до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Вы должны сожигать это на огне. Вы не можете это кушать. Если твой город есть правило, что вы не можете это делать, вы можете положить все в мусор. Не надо кушать это утром. Это что он хочет сказать вам здесь. Вы не можете кушать это завтра утром. Вообще, вы не можете это сделать. Дальше. Стих 3 насыт. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в они праздник Господь во все роды ваши, как установление вечно празднуйте его. Да будет вам день сей памятен. Вы должны помнить, вы все должны помнить этот день вовек, навсегда. Навсегда. Когда наш Бог спасти нас от египетской люди. Когда спасти наши предки или наши праматери от египетской люди. Потому что тогда мы были в разве там. Тоже сегодня. На все страны мы еще в разве. Если вы верите или нет. Мы еще в разве. Если вы не верите, где вы живете? На вашей стране, где вы сказали, это мой, моя страна или мой страна. Как вы сказали? Покажите мне ваше лицо на деньги. Покажите мне ваше лицо на деньги. Покажите мне бизнес, который у вас есть. Который вы имеете. Покажите мне это. Покажите мне ваши земли. У вас нет это вообще. Покажите мне, где ваши люди очень богаты. Как ваш президент или ваши политические люди. Покажи. Это не ваша страна. Это не ваша страна. Это не ваши люди. А говори мне, что вы или что у вас нет расизм там. Что все очень хорошие навсегда для вас там. Вы будете сказать, нет, это неправда. Но вы знаете, что это ложный. Мы еще в разве сегодня. Но они уже играют с нашей умом. А мы уже думаем сегодня все очень хорошее.
ми еще нет фразу. О, у меня отношения как сказать, российские люди или россияне девушки. Или парень. Мой парень, он белый, я черный. У нас нет проблемы. Это значит, что нет расизма. Нет. Ты не понимаешь ничего. Если вы так думаете, вы ничего не понимаете. Вы еще маленький здесь. Вы можете быть 30 лет, 40 лет? Нет. Спросите ваши родители, как жизнь, как жизнь для их там, в России, в Украине. Спросите их, как это очень трудно для них. Это не одинаково для белых русских людей. Да, вы можете сказать, что ваши мамы, они белые. Это ничего. Для нашей Бог от Библии, он сказал, Израиль люди, это от твой папа. Если твой папа израильтин люди, или израильтин человек, вы израильтин люди. Вы израильская девушка. Но, мы начнем. Сегодня это о Пасха Господня. Не об этом. Но я об этом сказал сейчас, потому что мы тоже были в разводе здесь. А если вы читали, или вы будете читать, первый глава, исход глава 1. Вы там будете читать, что наши люди тогда были в разве. И они тоже сами думали, что все очень хорошие. Если вы так думаете, это значит, что вы только думаете только о тебе. Вы не любите свои люди. Или как сказать? Вы не любите свои люди. Или ваших людей. Если вы так думаете, о, у меня все хорошие. А свои соседи, свои люди, свои черные кожи или мулатые люди, которые есть очень трудные жизни, как они? Я не говорю, что вы должны или нужно сдать им деньги или вода, или продукты питания. Нет. Я хочу, что вы открываете ваши глаза и увидите правду или истину от Библии. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth.
So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.